Наша встреча носила строго определенный такой, знаете, профессиональный характер. Спасибо Росконгрессу, что он поощряет такое профессиональное общение. Я уже не первый раз участвую в ваших мероприятиях. Между прочим, регулярно посещаю Петербургский юридический форум. Вот. И, конечно, это большая выгода площадки, вот такое общение регуляторов с участием бизнеса. Мы обсуждали очень узкую локальную тему, но очень значимую и для бизнеса, и для регуляторов. Как должно сочетаться законодательное регулирование сферы цифровой экономики с экспост-регулированием, то есть с регулированием, которое получается в результате административного правоприменения, когда антимонопольный орган проводит расследование, рассматривает дела, выносит решения и понуждает к исполнению этих решений участников рынка. Мы пришли к важному выводу о том, какая форма регулирования является оптимальной для рынка, рынков в сфере цифровой экономики.